Всем здоров, Марго, хорош. И снова с вами, опять я и она. Я Марго. Привет. Маргошка не хочет уходить, она мне мешается, она стоит у меня на коленях. Ну я вообще сейчас опять слушаю блатную музыку. Да Марго, вот может ты не уйдешь? Окей. Ну я сегодня опять вернулся в Zoom, но давно я не играл, я вообще выпустил только 2 выпуска, по-моему. 3. Я 4. Колбаса. Что-то я замолчал. Я вслушался в музыку. Музыка понравилась. Говорить не буду, потому что вы подумаете, что это пиар. Продался. Плюс, да не... Да и плюс, вряд ли. Вам нужно это... Музыка довольно старая. Но главное, что у меня есть что послушать. А то в колонках мне в наушниках не слышно, потому что у меня звук выкачан на минимум практически. Есть это попадание. Да ё-моё, не пугай меня так. Песня сменилась так резко. Сразу офигела. Мягко сказать. Чуть не понимаю. А, все. Я вообще сейчас в песнях путаюсь. Мотив что-то не тот. Какой-то странный. Нет! А, назад, ПЛЗ! Все, стоп! Да хорош! Тихо! Ух! Стоп. Ё-моё, я это смог сделать. Просто один раунд уже зафейлил. Печально, но это правда. Кстати, уже 1 декабря. Не может быть у вас уже 2, но у меня 1. Может вообще, если вы так поздно посмотрели, у вас может быть 4 уже. Не знаю, как это можно так поздно посмотреть. Дай! Тайт! Тайт! Чё?
Чё-то долго зума катится. Тихо. Стоять. На месте. Это шариковая полиция. Блин. Нечего было бить. Опа, взорвал, как хорошо-то. Я даже не знал, что взорву. Угу. Блин. Чуть замолчал. Она приходит, я проигрываю. Что-то я косанул. Давай, давай. Нет! Не подходи. Сейчас должен пройти. Давай, 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 чуть-чуть. Барзометр у этих шариков зашкаливает. Я не понял. Сейчас даже не про музыку.
Блин, молчу опять, молчу. Я просто никак не привыкну, что я играю в Zoom и должен говорить. И еще плюс музыка. Слушаюсь, прислушиваюсь. Зачем я столько шаров выкинул? Серьезно? Я сейчас офигеваю, как, откуда зума-то здесь произошла-то? Да ты! А, блин. Я сейчас вспомнил. Тихо. Ну басы-то... Не надо басы! Блин. Начинаются басы, я начинаю проигрывать. Я не понял, вы что такие дерзкие шарики? А ты? Нет! Басы вы все испортили! Давай! Срочно это нужно было сделать. Блиныч, фигово все идет. Бомба! Надо срочно взорвать бомбочку. Yes! Хотя чё я так радуюсь-то? Мне еще столько надо делать. Я не по... Тихо! Блин, фигово. Вернул. Сейчас вообще шикарно идет пока что. Все, норм пока идет. Хоть на этом спасибо. Ух.
Все, сейчас пройду по-любому. Это сейчас будет изи катка. Укатился нафиг. Ой, ё-моё. Кому такие уровни нужны вообще? Кто их любит? Музыка, не молчать. Включись. Полазе. Бамбанула. Бамба-лей-лей. Бомбанула. Я не понял, что с музыкой? Ты что остановился? Там еще ее дофига. О, блин, нифига я попал. Фига я жесткий. Жесткий. Сейчас, сорян, но мне нужно срочно. Напряжёнка. А ты? Я даже не вижу, что там. Наконец-то открыли меня. Это. Взрыв. Так от одной линии избавился. Все, сейчас будет эпик батл. Ну, кстати, челлендж открылся. Сейчас нагибать будем. Я не понял, что он, кстати, делает. Блин. Да ты лох! Лошара! Нуб! Нубяра! Косой! На! Что такой мощный? Да я видел боссов и помощнее. Что, не восстановился щит? Лошара. Подходи. Подходи! Да ты чё так, АФКшник? Что он, кстати, вообще делает мне? Демон, так он убиара. Я просто от него на изи уворачиваюсь.
каких-то... Серьезно? Я думал, они надо мной прикалываются. Но это нечестно, да. Почему он такой легкий? Окей, все понятно, все. Ну, короче, на этом будем заканчивать. Мы победили сегодня еще одного босса, который был просто изи. Были сложнее боссы. Ладно. Мы победили его. Ставьте за это лайки. Пишите, что хотите в комментариях. Просто отпишите в комментариях, что мне снять. Как мне сделать свой канал лучше. Поделитесь этим видео со своими друзьями, подпишитесь на мой канал, и вы всегда будете, и вы сможете смотреть каждый день такие ролики, потому что я выпускаю каждый день ролики.